Сегодня губернатор Наталья Комарова поздравила нефтяников с важным для региона и страны показателем – 12 миллиардов тонн черного золота, добыто в Югре. Символом общего вклада всех компаний-недропользователей стала памятная бочка. Нефть в нее налила сегодня и глава региона. Накануне более 40 пробирок в Ханты-Мансийск отправили нефтяники с месторождений. Добавлю, Ханты-Мансийский автономный округ – основной нефтедобывающий регион России. На его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Черное золото из этой бочки отправится на хранение в музей.